Всем здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу показать, какой фикус Бенджамина вырос. Вот такое дерево уже из просто веток, которые я черенковала, выросли, то есть наросла корневая система, я посадила в грунт. Сначала маленький горшок, а потом с возрастом растения я меняла эти кашпо. И в итоге вот уже фикусу Бенджамина где-то около 5 лет. И вот такое может дерево вырасти из очень маленьких веток. Ветку можно обрезать где угодно. Можно ниже, можно выше. Так как я нарезала веток по всему дереву, по своему фикусу Бенджамина. И внизу, и внизу, и вверху. И проверить буквально все, вот было 7 черенков, и буквально все пустили корневую систему, нарастили. Вот такая вот корневая система. Это, конечно, уже в течение 2 месяцев, может даже больше. Это моя ошибка и моя недоработка, вернее, что я до сих пор их не высадила. Корни, боюсь, что уже начинают стареть. О, что значит лето? Руки не доходят. То-то-то-то, еще важнейшие дела. И кажется, ой, еще хорошие корни, еще хорошие. Ой, завтра. Вот это, ой, завтра. Получилось уже больше, наверное, 2 месяцев. Корни уже просятся просто в грунт, им хочется питаться. Ну вот я набрала, так как сейчас лето, середина июля, я решила высадить компост. И так как это компост, еще полила этим фитоспорином. Так как у меня он всегда стоит летом, разведенная паста фитоспорина, я всегда пользуюсь. Вот решила я попробовать свой грунт высадить. И посмотрим, что будет. Высаживаю по 3 ветки. Здесь вот даже одна маленькая появилась, тоже корни пустила. И что, уже жалко, пусть. Буду сажать 4 даже вместе. И когда примутся, уже будет видно, что растение принялось, тогда я заплету косичку. А можно и даже при посадке сразу сделать косичку. Так как вот здесь, обратите внимание, видите, стебель какой? Вот он с косичкой. Я когда высаживала, сразу делала, заплетала косичку. Ну, можно даже чуть позже, ничего страшного, заплести косичкой. Как получится. Короче, вот так вот можно размножить фикус Бенджамина, друзья. Так что при желании можно размножить их очень много. Так как веток здесь очень много. Но, конечно, не совсем оголять. Вот так выглядит фикус Бенджамина. Это, наверное, 5-летний, можно сказать смело. Теперь я с вами, друзья, попрощаюсь. Всем огромное спасибо за внимание. Кому было полезно и интересно публикация, не забывайте ставить пальчик вверх. Также, друзья, я приглашаю подписаться, кто еще не подписался на мой канал. Еще будет очень много интересного о комнатных растениях и также о сад-огород у меня, как всегда, присутствует. Без него никуда. Всем огромнейшее еще раз спасибо и до новых встреч!